После видео хейтерам посвящается, поступил вопрос, просьба от Байдемат показать, как блокировать хейтеров или просто агрессивных людей, которые пишут вам гадости. Значит, показываю очень просто все. Заходим в творческую студию. Ищем здесь комментарии в творческой студии. Так, ну и вот любой берем комментарий. Ну вот покажу. Ну вот, на Анне покажу. Не обижайтесь, Анна. Просто первый комментарий надо на ком-то показать. Вот смотрите, Байдемат. Комментарий, да? Справа есть от комментария три точки. Называется меню действий. Нажимаем на эти три точки. И здесь выходит действие. Удалить, пожаловаться, заблокировать пользователя. Нажимаем на заблокировать пользователя и все. Больше вас этот человек беспокоить не будет. То есть он может писать всякие гадости, все, что в его пустую голову придет, кроме него это видеть никто не будет. Как разблокировать, я не знаю. Я как-то очень долго вспоминала, я это забыла, когда-то знала. Но, собственно, эта функция мне не нужна, потому что они там у меня навсегда, навечно парятся в бане. Так что, надеюсь, на вопрос, на ваш Байдемат, дорогая, я ответила. Пользуйтесь, пожалуйста, убирайте всех ненужных вам людей. Всего доброго, пока-пока.